Пропуск Лилит, что это такое? Разработчики добавили новые плюшки, можно сказать, да, то есть есть определенный сайт, где можно посмотреть, сколько вы задонатили, высчитать по очкам, которые у вас есть вверху, получается, да, то есть либо там серебряная карта, либо золотая у вас карта получается, и так далее в целом, да, то есть чем выше уровень у вас получается ранга, тем больше и лучше плюшки у вас будут. То есть за каждую карточку определенные эксклюзивные преимущества, которые прописаны именно в той или иной карточке. То есть какие-то плюшки дополнительные в плане скидок, там, может, какие-то игровые награды, возможно, даже физические что-то будут, да, то есть там по очкам, если так смотреть, вот очки, которые тут за вход ежедневно можно получать, за какие-то задания, которые будут добавлять, там какие-то офлайновые задания, в целом оно все будет обновляться, как я понимаю, недавно только вышло, да, вот оно, кстати, за вход получается в игру очки вы получаете, которые вы можете потом обменять вот на сундучки, которые вам в игру поступят. Я чуть попозже покажу, что в игре оно пришло как бы и есть, да. То есть за тот донат, который был когда-то кто-то донатил, может получить дополнительные награды, да. То есть давайте посмотрим. Вот набор зайдем. Получается золотой сундук здесь получен, серебряный и набор за регистрацию и ограниченный набор, праздничный набор получается, да. Тоже было получено. Вот, а в целом, как бы, да, то есть неплохой сайтик. Вот, кстати говоря, физические награды, которые можно будет забрать, возможно, за очки, скорее всего. И это, кстати, прикольно на самом деле, да. То есть также здесь можно и в другой игре АФК-арены тоже это все дело делать. Сундучки забирать. Кстати говоря, здесь можно забрать сундучки, но я не играю в эту игру. Как бы, да, вот нажимаете «Получить» и забираете. Они вам в игру приходят мгновенно, можно сказать. Ну, возможно, какой-то период будет все-таки там 5 минут, может, подождать. Но мне сразу пришло, да. В принципе, неплохой сайтик. Надо пользоваться. Внизу я ссылочку вам оставлю, а мы переходим к игре, и там я покажу именно, какие сундучки я получил, а какие плюшки там есть. Также вы должны заходить на тот сайт по привязке Лилит. Это означает, что вы должны привязать свой аккаунт, который у вас есть. Он уже у вас на почте, там Google, допустим, да. Заходите в настройки, заходите в учетные записи, аккаунт. И здесь у вас будет привязать электронную почту. Здесь привязываете там свою почту, либо новую создаете, либо старая проверенная, которая у вас есть, привязываете. И потом по ней уже заходите именно на тот сайт и уже получаете плюшки дополнительные, которые там в будущем будут, которые сейчас есть. Вот мы 4 сундука, которые забирали, получается, с сайта, да, там 8 ключиков, 25 серебряных, золотых 8, да, ну, такое, как бы, но в любом случае на халяву, как бы, да, то есть плюшечки, 500 гемов туда, даже ускорение, кстати, ну, неплохо ускорение насыпал, на самом деле, то есть, в принципе, это на халяву, учитывая то, что вы донатили, да, то есть до этого у кого-то будет больше, на самом деле, в разы и больше даже, я бы сказал, потому что я уже видел, некоторые ребята получали там плюшки, даже какие-то рамки, даже голову золотые, то есть у всех по-разному, в зависимости от того, кто сколько донатит. А у меня на этом все, мы с вами еще услышимся, до новых встреч, пока-пока.